А в следующей серии вот что будет происходить. Мишаня будет в растерянности, потому что в самом начале серии он объявит, что вернулась Даша. Ой, не Даша. Юля. Девочки будут в замешательстве. Конечно, они будут чувствовать себя преданными. Ну а что вы хотели вы в гареме? Воля султана – это закон. Посередине серии вылетит одна девчунечка, и я думаю, что это будет Розали. Я знала, что уйдет в прошлой серии Даша, просто потому что у него к нему меньше всего чувств. И на третьем месте Розали, она и вылетит, а борьба будет мес между Юлей и Аней. Потому что к Ане у него страсть, а Юле ему душевно нравится. Ну, хотя Юля тоже красавица, не отрицаю. С Розали будет романтичное свидание, откуда она пролетит, как фанера над Парижем с Юлей будет свидание в снегу, какое-то спортивное, короче, экстремальное свидание. С Арзали он будет говорить о детях, а с Богдан он поругается. И Аня на него будет даже орать. Я бы тоже орала. И не от счастья такой-то ситуации. А вы мне напишите в комментариях, какая девочка вам нравится больше всего, за кого вы болеете. А я вам напоминаю, что вы на канале Оксана Гетьман, телеклуб, где мы Обозреваем телепередачи, разбираем анонсы. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.